Всем привет, друзья! Последняя новая информация по поводу въезда на Филиппины, по поводу вакцинирован, не вакцинирован. Было многие вопросы. Вот сегодня прочитал информацию, которая говорит о том, что если вы вакцинированы, то вам тест не нужен. Если вы не вакцинированы, то вам нужен тест в течение 24 часов до выезда из пункта, изначального пункта, из которого вы выезжаете на Филиппины. Это для путешественников, у которых возраст 15 лет и выше. Если до 14 лет, дети до 14 лет, они не должны быть вакцинированными, они должны быть только сопровождаться взрослыми, у которых выполнили все требования. Если же они путешествуют сами, то они должны полностью соответствовать всем требованиям. Вот последняя такая, поэтому такая информация. Просто интересно, меня многие спрашивали, до сих пор я не знал эту информацию. Вот сейчас именно такая информация.